получили команду шифровку из штаба. Еще раз про ЦРУ. И пошла вторая, и пошел второй заход. И пошел второй заход. Никакого штаба нет. Смотрите, и пошел второй заход пошел. Скажите, а що ви думаєте з приводу поведінки от російських журналістів, які от депутата Гончаренка зараз цими питаннями підходять, чи не підходили вони до вас, можливо, з подібними питаннями? На жаль, провокації існують. Треба до них спокійно ставитись і бути сильними. А якщо зараз от з такими питаннями до вас підійдуть, як ви будете реагувати? Я не буду давати коментарів російським медіа. Я вам уже три раза ответил на ваш вопрос. Демагог – это вы. И вы продолжаете. Вот уже ваши коллеги подходят. Здравствуйте. А можете на наш вопрос ответить? У вас тоже про ЦРУ? Нет, у нас не про ЦРУ. Так, а про кого? Про Моссад? Нет. Почему так, вы сегодня здесь? Почему украинская делегация вернулась в ПАСЕ? Вроде же решили бойкотировать работу. Сейчас. Я с вами общаться не записываю бессмысленно, поэтому я запишу. Значит, вот смотрите, видите, теперь уже большая группа подошла. Их, ого. Ого, смотрите, сколько. Россия раз, Россия два. А чего вы вдвоем? Две России? Разделились уже? Почему какой Украина? Вопрос? Почему Украина все-таки приняла решение вернуться? Потому что нельзя оставлять ПАСЕ, чтобы только здесь были российские пропагандисты. Нельзя оставлять ПАСЕ, чтобы здесь был только Толстой и Слуцкий. Нельзя оставлять ПАСЕ. Поэтому здесь нужно вести работу и рассказывать правду. Для этого мы вернулись в ПАСЕ и всю правду о России расскажем. И вот это вас, конечно, больше всего и пугает. Какие поэтому вы бегаете цели есть у украинской делегации, кроме как рассказывать про Россию? А цель российской делегации, это цель российской делегации всем прекрасно известна. Это обслуживать интересы вашего Гитлера Путина, фюрера вашего, который захватил территорию других стран, убивает людей тысячами, в том числе убивает своих же россиян и грабит их. Еще и грабит их с утра до вечера. Вы вместо того, знаете, хотите, я вам дам хороший совет? Вы подъедьте в Париж и снимите дом, где живет семья Пескова. У него там квартира за 2 миллиона евро. Очень хорошая, в 16 округе. Это недалеко от Страсбурга. Подъедьте, покажите россиянам, им будет интересно. А еще покажите россиянам, вот интересно, где дом Слуцкого и Толстого. Им тоже это будет интересно. Покажите россиянам дом Соловьева на озере Кома, который они награбили деньги у россиян, обычных россиян. Рассказывая им про страшную Украину, про ЦРУ, про нацистов и все остальное. А вот это будет интересно. Слышал, слышал. Приехала сюда по поводу русского языка на Украине. Что вы считаете? Вы считаете, нет никакого притеснения? Вы понимаете, даже отвечать на идиотские вопросы, какое притеснение российского языка? Сегодня русскоязычные люди воюют на Востоке с вами, чтобы остановить вашу аннексию. Я знаю больше стихов русских поэтов, чем Слуцкий, поверьте мне. И мне не надо рассказывать, и меня не надо рассказывать, как родину любить. Вы, и не нужно прикрываться языком. Нам не нужна ваша защита. И никаким русскоязычным ваша защита не нужна. Я русскоязычный. Родился и вырос в Одессе. И мне ваша защита не нужна. Вы убиваете таких, как я, людей под эгидой того, что вы защищаете язык. Вот что вы делаете. Поэтому вы бандиты и убийцы. К сожалению. Ну, не вы лично. А вы пропагандисты, которые их обслуживают. И вам должно быть стыдно. Я хочу вам сказать, что в определенном круге ада будете гореть и вы. Потому что вы все это прикрываете. Когда вашу страну грабят. Когда у ваших детей им ходят в туалет на улице, а в это время они себе строят дворцы. Вы в это время бегаете здесь за 30 серебряников и задаете вопросы Украине какие-то, и украинской делегации. И если вы настоящий журналист, то я вам скажу адреса, куда подъехать, показать, как живут ваши вот эти негодяи за то, что обслуживают путинский режим. Все, до свидания. Place. Thank you.